Хватит тратить деньги зря. Восковые салфетки в магазине стоят как самолет, но их можно очень просто сделать самим дома. Понадобится воск или вощина. Воск или вощину можно купить в магазине «Пчеловод» или на рынке, там, где продают мед. Вместо вощины можно взять крупный кусок воска и расплавить его в кастрюле. Дальше я кладу бумажное полотенце. Когда оно полностью пропитается воском, достаю его, немного подсушиваю и получаю натуральную восковую салфетку. В такой салфетке продукты можно сохранить свежими, без использования одноразовых пакетов. Под такими салфетками хорошо подходит тесто, удобно хранить сыр, принимает форму от тепла рук. Овощи и фрукты не обветриваются. Удобно заворачивать бутерброды и кусочки пищи. Если вдруг под рукой нет крышки, восковые салфетки отлично закроют стакан, кастрюлю, миску и так далее. Получается экологично, а пчелиный воск минимизирует доступ воздуха внутрь. Единственное, не стоит использовать такие салфетки для сырого мяса или рыбы. Восковые салфетки не одноразовые, они прослужат вам очень долго, до 12 месяцев. И не стоит переживать, что на салфетках останутся пятна или сохранится запах от продуктов, потому что пропитка из воска создает защитную пленку. А для того, чтобы помыть салфетку, используйте хозяйственное мыло, соду или горчицу, или обычную воду. Стоит обратить внимание, что восковые салфетки нельзя использовать в микроволновке, высокая температура может повредить слой воска. Но зато в них можно замораживать продукты, что очень удобно.